Дорогие земляне, вот и завершился 2013 год, год охраны окружающей среды. Наступающий год объявлен в России годом культуры. Культурный человек не будет портить свой отчий дом, а постарается, чтобы он стал красивым и комфортным для всех в нем живущих. Мы хотим поздравить всех россиян с наступающим Новым годом, пожелать добра, удачи и благополучия. С Новым годом, друзья! Командир 38-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Котов, бортинженеры Михаил Тюрин и Сергей Рязанский.